Налишь мне хоть к тому воскресенью, не забудешь или позвонишь? Ладно, а то у меня кончается. Где емкость? Емкость где? Вот здесь нету емкости. Я сейчас посмотрю. Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистены от всякие скверны. И спаси, Боже, души наши. Отец наш Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, благослови это собрание. Тебе да будет слава за все наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Быстро рассаживайтесь. Батюшка заходит. Так, я долго не буду, я еду болящего причащать. Вот, и потом... Быстро я уезжаю, потому что сейчас некоторые сложности такие получились, что поезд ходит у нас только по четным дням, поэтому придется мне как-то так уже, говорится, менять это. И поэтому сегодня я думал на поезде, а когда узнал, поезда нет сегодня, поэтому автобус 12 часов пойдет, я должен успеть. Вот. Следующее воскресенье я буду здесь, будет четный день. Поэтому я приеду тогда уже, чтобы не торопиться, уже на поезде отсюда поеду. Пока дорога там есть, еще меня встречают братья. Поэтому вот так, сейчас еду к Александру Ивановну причастить. В прошлый раз я их пособоровал, там были четверо. Валентина, Анна Кузьминична, вот Неонила и Валентина еще. Вот. Так, я попрошу сегодня, после собрания, церковный совет остаться. Вот. И Дробот Андрея остаться. И вы здесь побеседуете. О чем я сказал старости, я благословляю, чтобы вы... Потому что ситуация очень серьезная. До меня вести дошли такие, что... Ну, кажется, дальше уже ехать некуда, можем так сказать. Вот. Поэтому постарайтесь еще как-то с ним поговорить, может быть, не до конца. Тот судья, которого дал нам Бог от самого сотворения, это совесть. Ведь первые люди жили, они не знали ни Евангелия, не было никаких канонов. А чем руководствовать? Совестью. Вот. Может быть, она у него еще... сохранилось немного, то постарайтесь ее пробудить в нем это. Вот, потому что здесь не один страдает, дети страдают, жена, да и окружающие все. Вот. Поэтому постарайтесь, братья, как-то так уже, это, может быть, даже и вырвать время, съездить туда домой, посмотреть, что там есть, творится. Thank you.
Ну вот это я самое главное. Ко мне какие вопросы есть? Никаких. Вот надо же, как это можно, мог я так все сделать, что даже никаких вопросов нет ко мне. Или здесь два случая, что или на все я уже ответил, или заранее не зовете, знаете, что я не отвечу ни на один вопрос. Здесь это два варианта. Такое или такое. Так, если кому что-то нужно, вещественное, может быть, вкусное, то тогда запишите на бумажке, кому сколько чего нужно. А? Ну да. Может быть, там баранины, кому курочек надо, то значит, запишите на записку и оставите здесь на столе. Ну все, если нет ко мне ничего, я поехал. Николай, мы поехали. Так, сегодня у нас в общине два именинника с Леном в общине. Вот. Вадим Попов. Ему 40 лет. Да, отрок. В это время Исаак женился только. Это называется это еще отрок. Да. Отрок. И Виктор Петеримов. Но этот немножко по отрочее. Ему 34 года будет. Вот. Ну что, я желал бы им пожелать укрепление в вере, православной, евангельской, христианской вере, здравия душевного и телесного. И как мы всегда в таких случаях желаем много лета, что все Господь сколько положит им много лета, чтобы эти много лета были у них плодотворными на пути евангельском, христианском пути. Господи, подаси мирное житие, здравие во всем благопоспешение. И сохрани рабов твоих, Вадима и Виктора, на многое лето. Многое лето, 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 многое лето. Благословение Господне на вас, такой благодати и человека любим всегда, ныне присне, во веки веков. Аминь. Значит, не забудьте, церковный совет останетесь, и это на собрание не надо, это потом церковный совет. Да. Вот это. Сейчас Игорь будет здесь собрание, что у него есть, а потом я. И на будущее, когда ты здесь, возьми на себя это. Я ничего не могу сделать, вытащить никого. К собранию надо готовиться, это определенно. Я вечером, даже ночью что-то встал сегодня, говорит, еще попутно, еще что-то записал. У нас бывают простые житейские вопросы. Вот батюшка говорит, вопросов нет. А почему? Потому что все время почищаем. Вот почему. А если вопрос, ну какой-то нерешенный, мы его все решаем. Батюшка приезжает, а нерешенных-то нет вопросов-то. Как-то попала жалоба из ГУЛАГа в Москву, уже после смерти Сталина. И вот приехал туда представитель власти, уполномоченный, большой, там генерал-полковник. И когда увидел, что это Освенцим, что с людьми тут делает, и он говорит, а чем же вас кормят? И он около 10 минут не может остановить людей. Каждый кричит и все. Есть такой фильм, их на остров там кинули. Ну и теперь... А там сразу свои захватили власть, и кто последний забегает в зону, не успели, значит, его сразу режут в котел и съедают. И так и идет. Да. Эксперимент провели, что если с разных сторон, с разных стран на один необитаемый остров на севере сбросить заключенных, которые приговорены к смертной казни, как они себя поведут? Они себя повели. Я говорю, это не случайно. Вы сразу вдумайтесь в эти слова. Нам Бог дал отличие от животных, вчера мы слышали, разум. Мы хуже комара, хуже паука, паук, говорит, лучше одевается. И Златоуст перечисляет лису, верблюда, медведя. Человек хуже всех. И Златоуст сравнивает далее с демоном, и человек хуже демона. Демон, говорит, не сролюбивый и не блудник. У него этого нету.
разум, и разум человек трясется, только дайте выпить, скорее отключить. Я советовал пьяницам, ну, один раз накопи денег, пойди к хирургу, там мозжечок отрезали, тебе все время будет вертухать тебе, тебе еще больше надо-то. Чтоб все время падал, крутился, как пьяный. Это один раз и все, и тебя тащить не будет. Это война против разума. Сейчас я обращаюсь к разуму. Это была прелюдия. Поднимите, братья, руки. Шофера, в первую очередь, кто открывал? Так, Володя, когда это получилось у нас, потеря? Ну, примерно 2-3 недели. 2-3 недели назад. Кто открывал ворота и до этого? Дело в том, что ключ лежит свободно, а теперь нет его. А причина-то я знаю какая. Взял от ворот-то машину поставить, но мешает ключ в карман. Ушел и забыл. Ключ никогда не ложить в карман. Это трясу все время. У меня было такое. Один сходил в сарай, там уголь. Ключ кармана, я-то не знаю, что не повесил-то. Уехал ты в Новосибирск. У меня температура до минус 15. Все, что стеклянное, с водой, все полопалось. Я не могу ничего сделать. Мобильного нет, позвонить никак нельзя. А у него всего лишь только не послушался, не повесил. Понятно? Всего ничего. Так, общупать свои карманы тщательно и ключ вернуть. Кто-нибудь не шофера открывали у нас когда-то ворота здесь? Не шофера. Ну, значит, одна на шофера. Так, батюшка говорил посетить Андрея. Андрюша, ты готов нас свозить туда? Я поеду сегодня. Откладывать на завтра никак нельзя. Во-первых, очень тревожная обстановка. Очень тревожно. Но у меня вообще этого нет, откладывать на завтра. Я этого не знаю просто. Так, не спрашивать согласия никакого мы не будем. Вызывает жена. Никогда. Батюшка в алтаре в это время звонок. Потому что совсем явно, что уже не в моготу. Я конкретно задам вопросы Андрею все эти. Почему он был совершенно нормальный, когда был в Потеряевке? Когда строил дом. Ни разу нигде он не выпивал. Ну, так, там на глазах все. Ни разу нигде. Он очень мастеровитый. Я все время ставил пример, где он что делает. Ему только я пальцем показал, как вот Миша Коряков сыну. Его не надо подводить и показывать, как нашим братьям. У нас такие братья были, вот такой вот стол, вот такой вот все. Ну, сантиметров 15. Ну и доска 2,5 сантиметра. Я говорю, ты доски прибивай. Но я не думал, что он сделает. Он у меня нашел гвозди на 200 и через стол прибивает доску эту. Через стол прошел гвоздь, чтобы доску подтянуть. Да у меня же шариков не хватает, чтобы додуматься, что он так будет делать-то. Андрею ничего этого не надо говорить. Любая работа кипит в руках. Но как только он построил, вошел по Потеряевке, он сразу сделался другим. Вот поэтому сегодняшняя проповедь, Яна Златоуста, наказание, пожары, война, все остальное, что Бог допускает, надо принимать как милость Божию. Милость Божию. Не только когда Бог гладит, но когда болезнь. Вот у меня болит глаз, болит по наводке жены, я говорил в прошлом году, только ноги постри, хоть я что-то здесь, ну бывает здесь накапливается глаз-то. Да я уберу, я не хочу, чтобы мои глаза хорошо, я сам уберу. А ногти только постри, острые, я задел вот то, что вот здесь вот внутри. И попала инфекция. Дорогой мы едем уже по России, скорость 100 километров, а я прокидываюсь на сиденье и сам себе закапываю. И каждый день должен ровно через час закапывать. Там грязь, пыль, там на ходу машина, там мне нельзя было остановиться. Болит по сегодняшний день. Что-то там отмирает. Я каждый день так прищурю, это глаз похуже, ведь это повыше. Всего ничего, но это от Бога. Я бы этого не сделал, она бы не подошла, она хотела это добро мне сделать. Ну правда, накапливается, ну ты убери с глаз-то здесь-то. Дай платочком-то. Своей рукой чиркнул чуть-чуть. Вот и все. Мы должны научиться Бога благодарить за все. Вот я вам сейчас сказал, и вы серьезно к этому отнеситесь. Нет, значит, соберите деньги, у меня ничего нету. Сразу заказать ключи в один день, чтобы сделали хотя бы 3-4 ключа. Можно сделать каждому шоферу по ключу. Наш, где там, делают ключи-то? От ворот, только от ворот. От ворот. Ключ-то где-то делать в мастерские, даешь, они слепок с нее делают, и тут же возвращают, а свои сделают, сколько надо заплатить. Сейчас уж по компьютеру за 2 минуты. 80 рублей. Я еще за 2 минуты делаю. Чего? На компьютере. Говорите мне. Простите, переводить нет. Сестры что-то тут говорят, не переводить. Она не разговаривает, мне говорит, что что-то. Сейчас их делаю за 2 минуты. По компьютеру. Не кислеп. По компьютеру делаю за 2 минуты. Ну я этого не знаю сделать. Возьмите, покажите, сделайте. Это она на весь Барнаул будет включить. По компьютеру.
компьютере делать. По компьютеру сегодня исповедуются, причащаются, все делают. Сегодня она мне говорит, я говорю, ты не уходи с собрания. А я же положила магнитофон и ушла. Ну давайте вообразим, что все пришли, магнитофон положили и ушли домой. Батюшка, служи. Батюшка, проводи собрание там. Ну как, на магнитофон свалили. Думал ли изобретатель магнитофона, что люди дойдут до этого, что свою личность устранят? А все на том изобретении будет. У меня очень важные сообщения сегодня будут. Игорь, я хотел, чтобы ты... Ёлка, подожди. Проключи, я сказал. Идите, Игнатий, вам слово предоставляется. Ну, слава Богу, благодарю, брат. Зоя Дианова звонила. Кому она еще звонила? Поднимите руку. Звонили. Значит, у нее не ладно, при родах, ну, как мать говорит, Зоя, что ребенок там что-то за пуповину вроде запутался и мертвый. И она, мать теперь, это мне то, что звонила Зоя. У Насти, это у дочери ее. У Насти, она была когда-то членом, там вышла, там пошла в мотороблёцкую. Вот. И что получилось? Она на этом не останавливается. Я говорю, ну, во-первых, звонишь, зачем мне-то? Я не акушер. Ну, звонит прямо со всех сторон, и время тут отнимаешь у меня. Так вот, он умер, как теперь не крещеный. Да... Ну, чья забота-то? Ваша забота. Где она его нажила, каким образом, не венчана там живет или как, я ничего не знаю. Когда она здесь была, я знал. Теперь звонит Валя Конева. Она ей уже позвонила. Они уже его предлагают назвать Александром и теперь отпевать. Да вообще уже. С пятерика, говорят, спятить надо абсолютно. И дошли наконец до этого. Не то, что младенцев крестить, а утробных нерожденных уже крестить. Я знаю, такой священник, его звать Василий был. Я проезжал там мимо Николаева, город на Одессе. Ему говорят, вот здесь отец Василий. Так он крестит абортированных. Приносит рубашку и причащает, что-то там делает. Его патриарх уже запрещал не один раз, а он опять. А придут, вот цена, допустим, за крещение 300 рублей. А он назначает 3000. Почему? Да це же умерший. Ни один священник за это не берется. И правда, ни один не берется. А он делает, цена-то совсем другая ставка. Поэтому... Помолиться не о младенце, которого мы не знаем, а помолиться о Зое и о Насте. Ей, чтобы Бог дал здравие, не умерла. А Зое вернул разум, а хоть маленько. Да для покаяния хотя бы. У меня в интернете очень большая работа. И люди выходят, там смартфоны разные, у меня ничего этого нет. Они не могут попасть ко мне, но ВКонтакте они заходят, а для меня ВКонтакте не существует. Как общаться-то? Но они могут как-то общаться там. Я привык так. Я нажал кнопку, 10 тысяч получили. Для меня аудитория нужна. А там они по одному. И люди выходят, узнали и выходят. И выходит один из священник, Сергий его звать, фамилия Дудин. Оказалось, что живет в Томске. И он говорит несообразное совершенно. А этот больной Сергий, парализованный-то, который лежит-то 12 лет-то, а они там сражаются между собой, он выступил и говорит, вы конкретно покажите, в чем Игнатий виноват-то. Ну назовите хоть что-то, он ничего не может назвать. Он говорит, ну тогда хоть поговорите по скайпу. И дал, можно дать? Я говорю, дай мой пароль, это логин называется там. И он на меня вышел, мы с ним побеседовали. Ну что, православный священник, а я слышал, вы каноны не признаете. Это для меня-то, понимаете, я каноны не признаю. Я единственный в Советском Союзе, который распространял каноны. Наша община единственная, где ни одного канона не нарушается. Я его перевел на русский язык, на него составил симфонию, а это 989 правил, это книга целая, церковно-славянского-то. И распространял между архиереями и священниками. И мне это в обвинение. Ну, Господь исцеляет людей, Дух Святой. Он говорит, силой Вельзевула. Был такой Дионисий Александрийский. Я, говорит, оправдываюсь, они не верят. И было время, когда православных считали еретиками, а еретиков все время считали православными. У людей все перевернуто. И вдруг этот священник как будто бы вздрогнул, и в самом деле это не так. Я говорю, ну, Андрей Кураев, вас вызывает доверие? Да, так это. Я говорю, а Осипов? Ну, в общем-то, а Олег Синяев? Ну, это больше. То есть я ищу человека, на которого мог бы сослаться, чтобы он сказал обо мне, а не я. Я говорю, отца Геннадия Пастова. Что сравнивать с теми, ты кого назвали-то? Это настоящий верующий, это человек, рожденный свыше. Это движимый Духом Святым. Я говорю, так он в моем доме пришел из сектантов и стал православным. Да вы что? И он это как поднял в интернете, Игнатий-то вот, как он блестит где-то. Но вопросы подкидывают провокационно. Я с Володей делюсь, говорю, он ищет какую-то причину отойти.
Вчера он задает вопрос, 7 Вселенский собор, 7 правило, что если и дальше приводит. Ну, это берут так. Иные грехи явно, а других обнаружатся после. Послание к Тимофею, 5.24, кажется, Павел говорит. Это правило на Святом Всемирском соборе берут, а рукоположение там речь идет. О рукоположении. А в конце маленькая приставка. Чтобы епископы основывали храмы на мощах. А какой епископ не будет там делать, запретить его и убрать. Я говорю вам, произвольно и сказал, а я полностью правила привел и говорю, видишь, у вас не сходится. На мощах мучеников и не резать, а их хоронили. Я привожу Лукиана, Панифатия, жития. Он ничего не смотрит. А дальше, что извергнуть епископа, площадь, это злоба монашеская. Епископ это не ниже генеральского звания. Это только Жуков мог это делать. Одно слово не так. Вот на Халкин-годы каждый день по 6 человек расстреливали. Более кровожадного вождя не было у воинов. Я говорю, вы это хотите, как он за это ухватился, вы правила не признаете. Как не признают? Я его не могу нарушить, я не епископ. Это правило епископа касается. Мы храмы не основываем сначала, который храм закладывает, должны быть мощи. Но не резать-то. И он в одну ночь переменился, то есть он боялся, видимо, что его узнают за связь со мной, там, что это будет. Но за ночь он буквально все перевернул, сейчас против, полощет, холощет. А вчера только говорил, Игнатия надо слушать, ему не мешать, он там такой православный, через него может пробуждение начнет, тут один такой на всю Россию. Притом в один день у меня было у баптистов, когда я приехал в Пензу, они на беседах побыли, ой, к нам пророк Илья сошел. Баптисты-то. Ну а когда я сказал, что баптисты не церковь, хотя они очень хорошие, но у них нет епископа, они сразу понесли это гнилое бревно. Ну, понимаете, в один день, притом я ни то, ни другое не поддерживал. Я вам говорю, чтобы для себя это брали. О чем помолиться? Об этом отце Сергия. Прям, ну, отца Сергия болезнь нехорошая. У него воспаление мозга. Списывать на это все нельзя, потому что это намного глубже. Я говорю, я правила не нарушал это, он уже ничего не слышит. Вы сказали, что ну, это злоба, злоба, конечно. Как я могу признавать, что епископа генерала за то, что он там мощи не заложил, под расстрел, в отвал. Когда за одну душу, и то надо бороться, вот он пьяный, он не разговаривает, он глухонемой, и мы собираемся ехать, из года в год терпим, как-то врачуем. Как это так? Епископа, вы понимаете, что это такое? Это Сталин мог только делать. 75% высшего офицерского состава расстрелял, а теперь война пошла, руководить-то неким, никого нету. И заплатили за это 30 миллионов человеческих душ. Мы не можем этот сталинский режим, как Иосиф Волоцкий, принять православие. Любовь. Значит, помолиться, чтобы Бог, если еще есть возможность, этого отца Сергия Дудина, ну, привел в чувство. Думаешь, у меня мысли такие, что матушка, там ребятишки бегают. И она сказала, ты маленько думаешь, я так представляю разговор, как бы вижу. Вот. Тебя же заедят за него, ты же на улице, потому что у него квартиры нету. Чтобы Бог ему дал квартиру, жилье и прочее. Он хороший батюшка. Значит, выйдет, чтобы на него, фаст Михаил, он его знает. Алла, выйти на это и маленько, чтобы вразумление было. Он сейчас бросился как одержимый за вчерашний день, а все уже в интернете стоит. Его теперь попы будут съедать. Ему нужно показать суперпатриотизм. Что я Игнатия разжевал бы, выплюнул, но я не поддаюсь слишком ни по зубам. Меня ни с какой стороны они взять не могут. Я не священник, у меня ничего нету. Вот поэтому, как отец Геннадий говорит, вас спасает ваша непогрешимость в этих вопросах. Безукоризненность, вот как говорит. И они ничего не могут сделать. Да, но вчера только выходить на богослужение, в это время звонок. Вы меня, наверное, забыли, я Михаил с Находки. Находка – это конечный пункт, Японское там море, уже где мы были-то. Вы понимаете, ваши книги здесь вы посылали, а он где-то в церковных кругах, и что-то он там, может быть, чтец какой. И он там, ну, что-то, как какой-то корреспондент или редактор, я могу сказать не так, но именно в этом направлении. И он говорит, на ваши книги изымают из библиотеки, пришло указание с патриархии. Я говорю, подождите, вы с кем разговариваете? Ну вы же Игнатий Тихонович, да, я. И что, мои книги изымают из библиотеки? Ну, патриархии пришел там указ, первый шаг патриархии к мирским библиотекам никакого отношения не имеют. Абсолютно никакого. Это Жириновский может, если бы принято было решение. А патриархия, она вообще никакого отношения не имеет, она отделена от государства, это безумие. Мои книги у патриарха, у Путина, у Медведева, у Лукашенко, я называю, 444 библиотеки мира имеют. Он так, подождите,
Ой-ой-ой, я виноват, это не о ваших книгах, там шло что-то другое. Ой-ой-ой, я продолжаю дальше, да нет, это... Но уже в интернете пошло. То есть, такой ходыш, это изымает. А что, мой как по телефону, этого нигде неизвестно. А это уже выставили. Изымают книги. Какие книги, по какой причине. А его и нету, я теперь до него не достучусь. Никого нигде нет. То есть, люди без чести и без совести пашут на них. Вот была здесь Светлана Копылова, которая люди... поют и прочее. Они талант ее похоронили. Она была совсем не такая. Вот Бичевская поет, они там казачьи песни в нее вложили. И она теперь дует и там на сцене. Это прекрасные люди, артисты. Настоящие. И они теперь попы пашут на них. Говорят, какой у них духовник. А духовник занимает пост. Там еще бывает кандидат богословских наук. И они им влагают в уста. Теперь все они несут. Они лишили их доброго репертуара, который у них был. Мирские песни тоже бывают хорошие. Вот я вчера, мне сбросили, ну, у мирских называют это анекдот, но в жизни бывает так. Одна девушка учила, студентка, познакомилась со студентом, а отец олигарх. И она пришла, папа, вот у меня нравится этот Володя. Ну, раз за другой, дочка-то какая-то прям послушная. Ну, он говорит, ну, приведи его, я посмотрю. Он-то думает, ее за олигарха выйдет. Ну, и стал говорить, так, а у тебя там двухэтажный есть дом, квартира? Он говорит, Бог даст, будет. Ответил как. А машина называют Land Rover там что-то. Он говорит, Бог даст, будет. Послушай, а ты жену сможешь так содержать, как я вот содержу свою и прочее? Он говорит, Бог даст, будет. Дочка там не дождется, прибежала домой. Папа, ну был он, Володя-то. Был, поговорил. Лох лохом. Но мне понравилось, как он меня называл. Вот мы себе приписываем что-то, как он называл его, Бог даст, он понимал, что это к нему он обращается. И он даст. Это мирские, но они дают размышления уму нашему. Мы говорили, нам ставка нужна где-то, ставка примерно Калужской области, куда книги заслать, а потом мы уже дальше за границу уйдем. Виктор Андреевич звонил. И он хочет поехать, уже какие-то намеки есть в ту область. И помолиться просил, чтобы все соответствовало то, чему он нужен. Где бы нынче были, которому руку пило это пальцо, они поехали в Иерусалим. Не знаю, там на поклонение или операцию делать. Мне это батюшка сказал. Значит, о Викторе Андреевиче, что если это дело состоится, я говорю, да подожди маленько, я почему-то боюсь всегда, что... Ну, одно слово не так вот, как сказал-то. А вы не думаете, что не так? Я по оплошности сказал, я умышленно это делаю. Вот когда апостол Павел стоял на Антониевой лестнице, когда его тащили, и он рассказывает, его слушают, и потом говорит, и Бог сказал мне тогда, Иисус, иди к язычникам, до этого места слушали, а дальше подняли пыль. Ну зачем он переменил обстановку так хорошо? Стефан говорит, всю историю, его убильно слушают. И вдруг резкий поворот. Кого не гнали отцы ваши? Вы всегда противитесь Духу Святому. Истреби такого с земли. Все, камнями побили. То есть он главное вложил, дать больше ничего не могу, теперь я показываю, кто я и за что. Когда я отцу Сергию все это дал, дальше я ему сказал. Правила я признаю, но неправильная ссылка на Священное Писание вообще никакого отношения не имеет, значит они не могли опереться. Это не евангельская вера. Ну там вы привезите 10 мощей, мучеников, мы их похороним и все, с честью. Как я могу идти на... Нет, ты не признаешь это правило. Я говорю, как я не признаю, когда я его признаю, раз оно есть там, но... Это правило, это касается мертвых. А вы живого мертвым делаете. И епископа и всех в отвал кидаете. Я против этого. Положено, ну и пусть епископ делает, но не писано, что мощи отрезать и закладывать. Это целый труп человека. Его закладывали там, хоронили. Могила была под храмом, вот как сказать. Ничего в этом особенного не было. Почетное место. Но пошло-то по-другому. Я говорю, а что в мощи? Одна волосина, пол ногтя там или ковач, это считается уже мощи. Откуда я знаю? Этот канон касается только епископ. Я не мог его нарушить. Ну как я мог нарушить то, что говорится для генерала? Я его не могу нарушить, этот канон. Помолиться об этом. Я говорю о высоком и о низком. Я был в Сакраменто, США. И ко мне подошел священник и говорит, а у вас бывает такое, что во время службы, литургии люди в туалет ходят? В туалет. Ну, у нас, которые были, они отходят, их просто нету. Есть такие, которые... Но это бывает, и надо поговорить, сказать, и... Ну, тогда, говорится, для него это и сделать. Он говорит, я стал запирать. На ключ?
Туалет запираю, сейчас и то не ходит. Это невозможно. Идет литургия, и же херувим, а мои херувимы по туалетам. Ну, нормально это или нет? Мне вчера как раз натолкнулся на это. Вы сами подумайте, хорошо. Перед тем, как идти, ребенка проще сходите туда, там у нас есть куда пойти. Ну и подойдите, скажите, я настолько слабый, что мне не выдержит. Ну и вопрос решен. А не так, что по прихоти. Я уйду и полчаса хожу, гуляю где-то. Это не дело, это я о тебе говорю, о тебе. Я тоже в том возрасте, когда система требует внимательного отношения к себе. Так. У нас появилась возможность одна. Проводить занятия. Мышка. Что там такое? Мыши. Хвост висит. Посыпал, что хвост? Мышь. Мышь. Это кошек. Не хвост. Вот она здесь, на самом деле, еще нигде не оставляете. Вот как испугались мышки-то. Это просто. Ну не бойтесь, ничего не будет. Это клык. Знамение. Она еще там не сделает. Она там маленькую окорочку хлеба. Занятия. Вы стали собираться опять где-то на дому, и вдруг люди не нашего круга приглашают к себе. Это намного лучше. Они могут пригласить своих людей. Эти люди, которых я знаю, о них в книге «Для Слова Божия нет» говорится, правда, не в положительном смысле, они были не друзья. Когда-то были друзья, следователь их повернул всех, и они стали говорить. Значит, подойдете к Володе, к Надежде Васильевне, прямо около, недалеко совсем от Никитинского храма Покровского собора. Это люди, которые, патриархия, они все время там есть. Сами по себе хорошие люди. У них внук был у меня в лагере. Я до одного их всех знаю. Вот маленькое что такое. У нас здесь в коридоре фотографии висят, объясняют там, как с детьми занимаются и прочее. Фотографии помаленьку исчезают. Этого не делать без разрешения хозяина этой фотографии. А кто уже занял место... Теперь она вам фотографии не принадлежит. Не так, что вытащили, а теперь пустое место зияет. Там на том стенде все мои фотографии. Одно время повадился батюшка брать. Я выговорил. Он вернул, но одной не хватает. Я должен опять идти к фотографу. Фотографии мои. Я сделал стенд. Почему берете без разрешения-то? Люди приходят, а что у вас тут было? Зачем это? Может быть, непонятно, что мелочь такая. Но мелочь это то, что украшает наш храм. Так, Андрюша. Ты можешь нас свозить к Андрею? Значит, не отходи пока. Мне нужно сейчас собрание здесь побыть. Немножко. Так, Игорь, скажи, кто из вас лучше поясняет для глухонемых, ты или Лена? Ну, думаю, что я, но Лена тоже хорошо... Так что? Я думаю, лучше я поясняю, но... Лена... А ты член церковно-приходского совета? Нет. Значит, придется тогда остаться тебе. Чтобы Андрею каждое слово донести, ну, он должен понимать, о чем речь идет, не торопясь. Мы очень коротко здесь, когда выйдете отсюда, сейчас тут помолимся, когда выйдете, а церковно-приходской совет, ну поднимите руки, сколько нас? А где Марина? На кухне сидит. Ну-ка позови ее. Еще и место-то не оставили. Это Маринина место. Я спросила у нее, она на кухне сидит. Она сама Марина, секретарь, это ее законное место. Ну, если она не хочет, она сказала. И что значит? К сожалению, не Виктор Андреевич и Николай. Пожалуйста, все. Значит, церковно-приходской совет приготовил бумагу, что там нужно. Я знаю, я слышала. Так, я продолжаю дальше. Немножко. Я вам говорил, когда мы были в Германии, я могу что-то сказать не так, мелочь не так, кое-что не расслышал. Мы ехали ночью. Это последние минуты были, когда Виктор, наш второй, с нами был, сидел за рулем. Он не сказал, насколько у него ослабленное зрение. И он при свете не видел, что там уже кювет. Трава, трава у него сливается. Ну, почему же ты не сказал-то? Мы едва-едва снова не улетели туда. И откуда вывернулась полиция? А полиция не простая, а таможенная. А может, следили за нами. Это трррр. А они, когда идут, полиция мигает впереди. А мы не останавливаемся. Ну, полиция, да и полиция. А у них это означает, полиция мигает, остановитесь. Но они туда прямо и остановились. За рулем сидел Витя. И когда они остановились, у нас машина уже была наклонена. Витя тормознул, и когда вышли-то, ну, прям туда, а там глубоко. Что ж делается? Больше Витя за руль никогда не сел и не сядет. А дальше получилось как? Они забирают наши документы, полиция поехала вперед. А куда вы без документов? За нами. И мы за ними едем. Нас привозят туда.
куда надо, к ним. И теперь начинают нам, как говорят, шмон делать, обыскивать. И вот откуда стекло выдвигается, они фонариком туда в стекло, видимо, там тоже бывает что-то хранят-то. Ну, где ничего не нашли, они видят в сапогах, с бородами-то. А там одна девчонка, ну, она, видимо, тоже одета по форме. И она все что-то смеется, стоит. Ну, и когда ничего нет, они, извините, мы все такое. Мы дали телефон, Валя Стартисон, куда мы едем-то, Зонненберг. Он сразу соединили, она говорит, это люди ко мне едут. Покажите, как ехать-то. Ну, ясное дело, что тут уже мы не наркоманы, не наркодельцы. Ну, мы говорим, наши-то все боятся, а там еще нет. Мы говорим, с вами сфотографироваться можем. А почему нельзя-то? Они, значит, встали сразу. Ну, мы изъясняемся половина на японском, половина на китайском. И все равно мы договорились. Как девушка думает, за кого замуж выйти, договориться на жесток даже. За любого негра выскочит. Так и эти. И мы сфотографировались. И вот я сейчас по рядам пошлю здесь. И что интересно, рядом стоит, ну я стою тут, гномик. И Николай, высокий ростом, он как один из них, только формы не хватает. Посмотрите. Подряд, пройдите. Я сразу сказал, что я так просто это не оставлю. Я должен отблагодарить, как они с нами. И они поехали на машине, за нами езжайте. И поехали, мы за ними, они нас вывели, куда ехать. Ну а дальше можно сами. Так. Лена, я попросил Лену то, что я написал, перевести. Зачитай, пожалуйста, по-немецки, как это звучит. Тебе это не стоит читать по-немецки. А? Ну, прочитай вот это вот. Прочитай. Но смысл читать никто не поймет. Ну, я прошу, громко прочитай. Это маленькие. Ну, по-русски. С печатью на бланке. Русскими словами по-немецки. Так, слушайте внимательно. Погромче только. Anerkennung geehrten Arbeiter der Zollpolizei von Erfurt, diesen Brief schreibt Ihnen ein orthodoxer Prediger-Missionär aus Sibirien, Ignati Lapkin. In diesem Jahr, ich und meine Genossen waren in Deutschland, wir haben uns in Deutschland nur zwei Tage befunden, aber haben etwas nicht richtig gemacht. Und waren festgestellt, am Foto können Sie den Menschen sehen, die uns festgestellt haben. Ну, поняли? Поняли. Так, Витя, вслух прочитай теперь по-русски. Именинник нам прочитает, что это по-русски. Благодарность. Уважаемые работники таможенной полиции города Эрфурта, пишет вам православный миссионер-проповедник из Сибири Игнатий Лапкин. В этом году я с моими товарищами были в Германии. Пробыли мы в Германии всего 2 дня, но успели сделать что-то неправильно и нас арестовали. На фото вы можете видеть ребят, которые нас задержали. Мы были очень удивлены вежливостью этих ребят и готовностью помочь нам. Они связались с нашими друзьями и объяснили, как к ним добраться. Они нам очень помогли. Мы просим вас отметить работу этих ребят, чтобы они были примером для всех, как нужно верно служить на своем месте. Если вам будет нетрудно, ответьте нам, что вы получили наше письмо с фотографией. Нам дали этот адрес, весь адрес в интернете. Я на фото первый слева, мне 74 года. И наш адрес. Барнаул, Ползунова, 6. И сайты. Так. И мы это послали. Оказалось, дорого берут за это с уведомлением. По 190 только заплатили. Ну, ничего, ой, неплохо, так. Теперь я решил отблагодарить одну женщину, когда нам было трудно в Дагестане. Это опасное место такое. Начался дождик, мы ночевали. Так, просто все у нас складывалось как-то тяжело было. Машина сначала застряла у нас, там слякоть такая, какая-то, как кисель. И чужие тут помогли люди, мусульмане нас вытащили. Ну, то есть они с нами возились как-то. И теперь приехали в город, и мы не можем найти библиотеку. Библиотека где? Примерно есть. Нам нужен библиотекарь. Приехали-то мы не в свое время, не в свой день. Подошли, Витя подошел, и с женщиной поговорить, которая на улице подметает. Ну, она что-то буркнула, и дальше. Их не положено с мужчинами разговаривать-то. Ну, он пришел и говорит, нет, а тут не договоришься. Оказывается, договоришься. И начинается теперь на той стороне. Это женщина, которая, он ей объяснил, что мы ищем. Она зашла, рядом магазин открывается, и говорит, вот приехали люди издалека, и они ищут библиотекаря, им надо связаться. А одна из них оказалась та, которая ее знает, библиотекаря. И она сразу подошла к нам.
и говорит: вы искали, меня звать Алла, я работаю в этом магазине, и я вас могу связать с библиотекарем. Нам это нужно, мы книги оставим в магазине, а она не дома, библиотекарь-то, оставим бумагу, которую она заполнит, она говорит: оставьте там. Теперь мы уже пошли, они спрашивают: а чем вы питаетесь? Я говорю: ну, у нас мешок сухаря и вода. Какая вода? Вода здесь нехорошая. А мы пьем ничего. Нет, воду надо такую-то. И они в магазине. А только в магазин пришли, разгружают там такие лепешки хорошие, как лаваш называют. Ну, мы везде ели, но нигде таких пустых не было. Я их не мог проживать, вот в другом месте давали. А эта прямо пачку дала, ну и там вязанками... Эти бананы, я говорю, мы их не едим. А что вам нужно? Я показываю, вот помидоры лежат красные там. Как они начали нам эту авоську-то? Берет сыр больше килограмма, отхватили, я говорю: деньги возьмите. Нет, мы сами заплатим. Но они продавцы, это не их магазин-то. Дальше там персики, воды несколько банок. Да что ж такое-то? Ну вот, мы с ними сфотографировались, она Алла стоит. Она стоит Алла-то, я даже не знаю, примерно как наша, вон... Тамара. Примерно так выглядит. А вторая продавщица рядом, которая резала, посмотрите теперь. И я послал туда благодарность на библиотеку, чтобы они нашли этот магазин. Их отблагодарили, пригласил в гости. Осталось одно теперь такое в Ростове, где мы были. Батюшке я прочитал, потом я зачитаю. Благодарность. Попутно хотел сказать. У нас в общем стали приносить вот такие журналы. Душа. Видели кто-нибудь? Да. Душа. Издают они где-то в Бердске, кажется. Новосибирская там епархия или Бердская где-то. Я с ним был не знаком, но посмотрел в интернете, посмотрел статьи. И они каждый месяц, кажется, 300 тысяч тратят. А раздают бесплатно, не продают. Во всех церквах. Потом еще, я посмотрел статьи все хорошие. Может, я другие не видел. И видно, что коллектив, который работает у них, очень сильный. Ну, у меня опыт есть по проверке книг и прочее. Дали другой журнал, другой посмотрел. Везде хорошее. Я на них не выхожу, но называется «Душа. Встреча с Господом». Название-то какое удивительное взяли они. Такое есть. Видите, если где будут эти у вас журналы, я попрошу мне хотя бы показывать. Мне хочется поближе познакомиться, а потом я на них выйду. Ну, вот вы увидели, с чем все это... связано. Вот сколько времени фотографии пока сделали, пока перевели текст и послали. Почему? Это заповедь такая есть. Будьте благодарны. О, вот это не могу слово разобрать. Что ты так. Еще маленькая. Мы в прошлый раз говорили, у нас день общины будет после 19-го в первую субботу. Вы хорошо помолитесь и давайте ваши советы. Какие именно советы? У меня есть желание выйти на местного епископа Сергия Ивановича. И чтобы оповестили священников и пригласили сюда. Я им предложу тематику миссионерства. И скажу, урок будет не больше полчаса. А дальше я книги подарю им, и все здесь. Чтобы это все было прилично, чисто и по совести. Их реакция нас не интересует. Вот Сергий что там говорит, что бы ни было. Это система, где он находится. У него негде жить. Помолиться, чтобы жилье ему Бог дал, этому Дудину и прочее. У нас врагов нету. Он был бы другим, если бы его там не жали, не давили-то. Я просто знаю это. Мне-то легко разговаривать, я ничем не связан. Живу в своем доме. Ни теленка, ни ребенка, что мне это, не козырять этим. А когда человек связан, у него ребятишки бегают, получает мало, живет в городе режимном, то все, соедини вместе-то. Ну, я не оправдываю этим, для протопопа Вакуум это не существовало. Меня почему-то везде протопопом Вакуум называют. Я никогда не советовался с плотью и кровью. Положено, значит, я выхожу. Я мог бы его так не раздраконить, и мы были бы друзьями, он начал уже работать. Но мне это не надо, мне нужно было задеть сердцевину, показать, что ошибки неправильные были на соборах. Некоторые соборы разбойничьими названы. Патриархия отменила 100-главый собор российский, на котором святые были. Надо все рассматривать. Повторяю, мы каноны не должны нарушать, каноны даны нам для жизни. Но я имею право сказать, что канон этот не на любви основан, канон этот не по совести. Что мощи не было, епископа долой. Это даже придумать нельзя. Вопросы? Вот это можно взять, да? Можно, сколько угодно. У нас целые пачки таких.
Вот смотрите как. Вот это вот из книги, если я не ошибаюсь, где-то чуть ли не 16-й том. Бельгард Надежда Ивановна, которая вела это, типографию, все мои издания, она этим занималась. Но в этот раз ее не было, и они сделали вот такие тусклые. А заплатил-то я большие деньги. Деньги очень большие. Кроме того, помогал Пургин, генеральный директор Юрий Петрович, на 250 тысяч только на фотовыводы. Я сказал, брак. Для них это было, конечно, неприятно, но они переделали. И когда посмотрите в книге 16 том, вы увидите, там они яркие, четкие, а кто-то уже сделали. Ну, я говорю, вы мне отдайте, которые сделали. Они у меня остались, я их теперь раздаю где-то. Надо быть честным. Я вам говорил, как я уронил фотоаппарат Вите. На несколько секунд. И не выправил. Что я сделал? Я купил ему новый фотоаппарат. Ну и попутно купил себе. Теперь я с фотоаппаратом. Это Господь так сделал. Я за лето не получал пенсию. Пенсия моя помогла мне поправиться. Теперь, если мы поедем в мае, до мая, сегодня вот постарайтесь конвертики завести для благовестия. Откладывайте, что есть. Мы прикинули, сколько потребуется, но это в пределах 750 тысяч. Поездка обойдется. Что-то мы найдем, что-то не найдем. Поэтому просто отложите. В мае, в первых числах мая, мы скажем, кто сколько. Если я иногда спрошу через... Где у меня Алфимова-то? Вот. Через нее, чтобы мы знали, на что держать ориентир. Кому-то обратитесь, кто-то расположен, и кто-то может помочь. Потому что без вас мы ни шага нигде не сделаем. Вы знаете, на какое дело и куда, и что. Маршрут наш, если Господь благословит, будет маленько другой. Мы должны через Болгарию пройти в Грецию, и дальше все остальное, что мы намечали сделать. Очень сильные и много отзывов о книгах, которые люди пришли на наш форум, они на форуме где-то там узнали и дали. Они вот я стою утром, буквально все засыпано благодарностями. Пришли. Две недели с лишними прошло, больше 1000 благодарностей только. И все это с фотографиями. И вопросы. Я должен ответить на эти вопросы. Бывают молодые ребята, вот мы, видно, что семинаристы в форме одеты, но они не здесь, на Украине. Вот как нам здесь быть? Другая женщина, вот у меня не ладится то-то. Я мужа первого приворотила его, ворожила. А вышла за другого ребенка нажила. А у первого жизнь не складывается. И он, когда видит, я говорю, увижу, меня в пот бросает. Теперь как мне его отворотить-то? На отворот, чтобы я научил ее колдовать. То есть она на приворот-то нашла старуху-то, она отворот не может никак. А он лепится к ней, а у нее, понимаете... Вообще неординарная ситуация. Да. Обращается все ко мне. Я не сваха, я не заведую ничем. Ну и отовсюду там. Вот вчера только один близкий знакомый с Краснодаром. Знакомый наш недавно, кажется, его Виталий, упал с 10 метров, лежит в коме. Дома сколько ребятишек осталось. Подробности неизвестно. Ну я все, на молитву. Володя Ткашлык стоит рядом. Все, стали на молитву. Как вся Три Святое, 100 поклонов принесли перед Богом. Об этом отца Сергия сегодня прям я в молитве упомяну. Если ничего нет, поблагодарим Бога. Не, у меня вопрос есть. Давай. Ну, два вопроса. Два у меня. Ну, первый начнем. А, Игнатий Тихонович, вот батюшка ушел, к сожалению, у меня это поздно родилось. Я бы у него спросил, на каком основании мы поминаем митрополита Илариона? На том основании, что он живой и больше ничего нету. Все только понятно. На этом основании. Все понятно. Он... И на нем, знаете, есть такое, когда Савнаролу, там, Торквемаду допрашивают, он говорит, боль вопрошала. А кто отвечал? И поэтому я так и отвечал. Пытка, говорит, вопрошала, а боль отвечала. И на нем другие люди. Чего бы ради он отказывался? Такого в мировой истории не было. Это никакого значения не имеет. Запрета нет. Есть запрет на то, что я его не поминаю, но это есть там. А на то, что я его поминаю, но это нету. То есть отворота нету такой молитвы-то. Мы его поминаем на том основании, что он был и остается. А эти годы мы поминали от него, что было? Ничего от него не было. Он никого не рукополагал. Что они были, что не были. Но мы в его сердце были и остались, как он в нашем сердце. Мы и в Кихе поминаем. Слишком много они добра сделали. Мы бы не состоялись вот такие, какие есть. Если бы не они. Ну это как бы официально. Будем поминать новое первое иерарха зарубежной церкви, который будет за ним. Он же не наш, как бы. Так вот, второй вопрос. При чем тут Валентина Павловна? Вы говорите, звонила. Да. После Зои Деяна. Конева. Конева, да.
При чем тут она? Зачем она звонила? Зоя ей позвонила, она не знает, что... А ко мне лезут так. Все с вопросами. Со всех сторон лезут. Если я тебе скажу, кто, за один день три архиерея только пришли. Я это не зря... Меня зовут в гости. Я, говорю, соберу народ, архиерея, и ты перед нашим народом выступишь. Дальше. Я это не зря спросил. По одной простой причине. Что вот такое вот, ну я бы назвал мракобесие, да, присутствует у православных христиан. А почему оно присутствует? По невежеству. И Валентина Павловна, я думаю, она бы поддержала вот это, чтобы там мертвого, нерожденного или рожденного мертвым. Ну там, раз она звонила, значит она ее поддерживала. Если бы она сказала, ты с ней не разговаривай, получишь, это да, это понятно. Но это у нас присутствует. В общине у нас. При всем том, что были такие занятия, только что заявили, каноны не нарушаются. Ну, может быть, тогда надо спросить ответа у этого брата, на каком основании он поддерживает вот это, чтобы там крестить мертвого или отпевать алкаша, который там помер под забором и в церковь сроду не ходил. Но он в детстве был крещеный, ну мало ли кто был крещеный. Ведь как у Зюганова было интервью, он сказал, последнее интервью его было по телевидению, что говорит, коммунистов мало, членов партии много. Вы понимаете? Так и здесь церковь номинально наполняется народом. Вот мы сидим. Ну, к примеру, это нас не касается. Но много ли христиан? Так вот, чтобы не было такого, вы подумайте. Звоните или не звоните, и поддерживать или нет такого человека. Ведь у нас, мы любим помочь ближнему, да, любовью какой. А чем ты помогаешь? Ты куда ее толкаешь? Ведь горе тому, через кого приходят соблазны. И кого она поддерживает? Вот я бы у нее спросил, на каком основании? Ты вот этого нерожденного, он может быть и так будет в раю, если у него, конечно, он умер там в каком возрасте, мы не знаем. Ну, вот и понятно. Все. Здесь я маленько, может, что-то недосказал, поэтому так. Валентина Павловна не настаивает, не просит, не ходатайствует, а просто говорит, вот такое они говорят, разве это правильно говорят? Наоборот, она сказала. Нет. Она вопрос задала, вот она, вопрос, Зоя говорит, тогда. Зоя больная умом, что спрашивает-то? Человек инвалид. А Валентина Павловна, она и говорит, да разве это можно так, нерожденный и креститель, все. То есть она, я не сказал, но именно на в этом направлении. А что за пряниц, алкашей, умер, мы не отпеваем, у нас этого нету. Нету. Я же и спросил, что... Да, у нас нет, мы не поминаем, у нас этого нету, мы очень тщательно на это смотрим и подходим. Благодарю за внимание, что сказал. Так, если ничего нет, поблагодарим Бога. Я в прошлый раз хотел сказать, видимо, не сказал. У нас дети есть. Вы питаетесь фруктами. Ну, маленько откладывайте в сторону, чтобы на воскресенье приносить для ребятишек сюда. Ну, мне, которые дают, я все отдаю сюда, но на той неделе мне ничего не дали. Поэтому я с пустыми руками пришел. У меня-то нет ничего. Ну, это, я знаю там что-то. Принесите где-то, детишки, они так это любят и вспоминают. Одного говорят, спросили, а что тебе больше всего запомнилось? Он говорит, дедушка принес такое большое яблоко, я он уже сам старик, я все еще вспоминаю. Но не в церкви, где-то дали. Ребенок был поражен невероятной величиной яблоком, которое в Сибири ему подарили. И он вырос, его события, война, но это яблоко так и катилось перед ним. Мы не знаем, где какие плоды от этого будут. Значит, только о фруктах говорю, о фруктах, не о бананах, ни о чем. Наши сибирские яблоки, самое то, что надо. Краснодарские. Достойно. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, слава Тебе за богослужение, которое прошло у нас. Мы так рады Твоему присутствию. Благослови брата Акима. И все, что он наметил, он добро да совершится. Благослови эту нашу поездку, если это от Тебя. Если мы в чем погрешили, кого осудили, и в этом собрании прости меня грешного и каждого из нас. Распусти нас с миром, дабы мы искали вечного, святого, в чем никогда не будем раскаиваться.
Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Значит, сейчас постарайтесь быстро выйти. Андрюша, ты после этого зайдешь ко мне, мы маленько перепустим и поедем. Чтобы нас маленько подождали. И члены церковно-приходского совета останьтесь. Игнатик, буквально нам больше 5 минут, может, не потребуется. А туда там вам переводить надо или сами ставить? Там, у Андрея. Андрея больше переводить. Вы справитесь там, у него дома. Там Настя. Настя. Благодарю за это, что сказал. Это вообще тоже. Так, быстренько выходите. Конечно.